Торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь. Гэтыя словы для курсантаў Гомельскага інжынернага інстытута МНС сталі адначасовай прысягай і прысвячэннем у прафесію. Учарашнія абітурыенты паспяхова вытрымалі уступныя выпрабаванні. На адно месца сёлета прэтэндавалі 6 чалавек. Адбор прайшлі лепшыя. І ўжо праз некалькі гадоў яны стануць паўнапраўнымі работнікамі органаў і падраздзяленняў МНС. Пры распределении учитываем, конечно же, і уровень знання, і, конечно же, его цэлым отношение, его активность, его участие в каких-то мероприятиях, и с учетом этого и распределяем. Ну, а перспектива от сегодняшнего курсанта до министра. 105 першакурсников, у лику яких 14 девчат будут освоивать профессию инженера по попереджении бедствов стихийного и надзвичайного характера. А еще специальность пожарная и промысловая безпека, якая открыта только у этом годе. Система образования в Беларуси достаточно высокий рейтинг имеет и пользуется авторитетом во всем мире. И не случайно сегодня в том числе и наши ученики показывают высочайшие знания и на всевозможных международных олимпиадах, конкурсах. Все это говорит о хорошем уровне образования. Но предела совершенства нет, поэтому мы ищем новые формы, методы. Штогод у Гомельском институте научаются больше за 1000 студентов вочной и заочной формы навучания. До речи, белорусская специализованная адукация в последние годы набирает популярности у замежников. Основный поток абитуриентов идет с Казахстана и Таджикистана. И такой выбор имеет под собой твердые подставы. Высокий уровень подрыхтовки позволяет выпускникам реализовать себе не только у своей профессии, але и на серьезных державных посадах. Ганна Ковалева, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель».